Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Плиний старший, Гай Плиний Секунд, римский администратор и писатель-энциклопедист, погибший во время извержения вулкана. Из обширного наследия Плиния Старшего до нас дошла только его естественная история в 37 томах. В этом труде Плиний приводит около 20 тысяч фактов по самому широкому кругу вопросов, от математики до искусствоведения, основываясь как на своих личных наблюдениях, так и ссылаясь на других авторов. Причем их около 400. Не делая при этом никаких критических суждений. В средние века Плиний считался авторитетным ученым. Существует множество переводов естественной истории на европейские языки. В средние века Плиний считался авторитетным ученым. В средние века не знали, что существовало два разных Плиния, и только в XIV веке историческая точность восторжествовала. Из Википедии. В Риме Плиний работал адвокатом. Светоний упоминает, что он был прокуратором нескольких провинций, не уточняя, каких именно. Предполагается, что Плиний мог быть советником императора. Он читал или ему читали в дороге, в бане, за обедом, после обеда, причем отнималось время и у сна, насколько это было возможно, так как он считал потерянным всякий час, не посвященный умственным занятиям. Отравился серными испарениями при извержении вулкана и умер. Ну вот так вкратце о Плинии Старшем, Гай Плиний Секунд, который был римским администратором и писателем-энциклопедистом. Пока-пока, до свидания.